Уважаемые посетители сайта artshoprus.com, сегодня мы вам расскажем о новинке, которая пришла к нам от Сергиева Посадских мастеров. Это шахматы, гжель и хохлома. Доска складная, разделена на две половины. Одна стилизована под хохлому, вторая под гжельскую роспись. Фигуры также сделаны в двух цветах. Синий, белый и красный, черный. Пешки выточены в форме матрешек. Фигурки достаточно простые, раскрашены вручную. Очень интересная, оригинальная подача и практически очень хорошенький сувенир для тех, кто играет в шахматы.